уважаемые друзья, прервалась запись. 5-5 во втором сете. Обратим ваше внимание, что девушки дуэт Тимофеева-Конопатская отыграли 2 матчбола во втором сете. И сейчас... Неудачное решение выбрала Алиса, потому что против таких спортсменок играть такой косой мяч, это, в общем-то, не лучшее решение, потому что он легко достается, что и выполнила Конопатская, наказав очком дуэта Санкт-Петербурга. Ошибается при игре с отскока Конопатская. Маша Тимофеева четко пытается перекрыть сетку, сбивает игру кроссом Алисе. И вот уже счет 15-30. Нет первого мяча принимает Ева Гаркуша. Ошибается Конопатская. 15-40. Ошибается Конопатская. 15-40. Очень напряженный и интересный матч. Мастерство спортсменок просто поражает. Ошибается Мария при ударе с воздуха. И вновь дуэт из Санкт-Петербурга ведет в этом матче. Напоминаем, что первый сет выиграл дуэт Буданова-Гаркуша Санкт-Петербург. Во втором сете они пока что впереди. 6-5. У мужчин на четвертом корте играется тайбрейк первого сета. Ошибается при игре с воздуха Петр Капускин. И со счетом 7-3. Дуэт Мягков-Барбирюков, оба Россия, берет верх в первом сете. Не проходит первая подача у Алисы. Вторая безупречная. Какой напряженный розыгрыш. Что происходит? Какой напряженный розыгрыш. Девушки показывают просто такую волю к победе, героизм. При обмене ударами по диагонали держала мяч. Вика Конопатская решила усилить и допустила ошибку. 30-0 на подаче Алисы.
четко фиксирует судья аут по длине. Да, действительно, чисто визуально складывается ощущение, что этот аут был. 40-0 на подаче Алисы, и это пошли очередные матчболы. Алиса держит мяч и срывает удар Виктория Конопатская. Отправляет мяч в аут. Таким образом, во втором сете также сильнее оказались девушки из Санкт-Петербурга. Они берут второй сет со счетом 7-5 и выходят в финал турнира. Итак, сегодня 13 часов 46 минут. Значит, это 13.46, 24 марта 2016 года, четверг, интересный день полуфинальных матчей на турнире второй категории ТЕ в городе Минске, на улице Жудро, 40, теннисные корты. Репортаж мы сейчас заканчиваем. С вами прощается Борис Стариков.